Всем привет, с вами Эндумер, Heroes Tales 8 уровень. Знаете, хочется уже, чтобы начались уровни подлиннее, что ли. Меня самого немножко запарило записывать видосики по 7, 8, 9, 10 минут и иже с ними. Уже хочется поиграть во что-то такое большое, фундаментальное, целостное, поэтому комната ожидания больших уровней объявляется открытой. Поехали, посмотрим 8. Но, по-моему, что-то там по киллкаунтеру было тоже как-то слабовато, маловато. Ну да, 42 монстра, один секрет, Upper Town, верхний город. И что мне бросилось в глаза сразу еще в конце предыдущего уровня, посмотрите. Посмотрите, какой там Hell Knights and Doomers. Долгожданный коллапс состоялся, UEC и TNT вместе. Вот они ящики, вот она партия ящиков от них, родимых, вместе. Вы нигде больше такого не увидите, кроме как в Heroes Tales, и никто больше не смеет сказать, то, что UEC и TNT не родственные корпорации. Смотрите, какие интересные глубокие трещины. Лежат издевательские маленькие патроны, это реально верхний город. Нависает, надвигается на меня все эти здания. Так, давайте погромче сделаем. Потому что это музыка из второго Дума. Не помню конкретно из какого уровня, она не один раз там играет. Так, ладно, а куда ломиться-то? Город, верхний город. Вот он и шотган, я ожидал, что откроются вот эти стенки. Знаете, они как будто здесь созданы специально для этого были. И не знаю, почему автор не применил воспользоваться этой возможностью и не заспавнить отсюда пинкарей, каких-нибудь тимпов или шотганеров. Ну вот, кстати, вот. Вот уже неплохо. Получается, обманул? Получается, развел? Что? Сик что? Как я открыл этот секрет? Вообще, каким образом и почему в нем лежала целая БФГ на старте уровня? Ну, ладно, ладно, хорошо, спасибо. Вот это классно был разводняк, согласен. Любой игрок, наверное, мог подумать, что за шотган его накажут, но точно не мог подумать, что накажут сразу же в следующей же комнате. Вот в этом плане молодец. Вот это хорошо было. Вот тут вот прям респектик. Но что за история с БФГой? Как так-то? Кто бы ни был автором этого уровня, ответьте на вопрос. Как? Откуда такая щедрость? Человек вот вообще не жадный. Мало того, что дает возможность игроку найти секрет, буквально ничего не делая, так еще и выдает ему сразу БФГу. Пулеметы, двустволки, все здесь есть. На самом-то деле. Уровень прямо супер щедрый. Ой-ой-ой, подзажали. Верхний город, а кто-то где-то хлопает дверями, летят как демоны. Неплохо, кстати, начинают совать, потому что брони нет и не будет предусмотрено, судя по всему. А, здорово довольно сделано, смотрите, как город. Несмотря на то, что мы находимся сейчас в здании, в одном из этих городских зданий. Кто где лазит? Мы все еще видим другие здания в открытые окна, точнее, мне кажется, что это не столько открытые окна, сколько пробитые идеально прямоугольно стены, потому что кто бы стал делать окна такими? Вообще удивительная комната, просто посмотрите на нее. Здесь вам и окно огромное, панорамное, плюс еще и дыра в потолке. Такое чувство, что это какие-то руины или какая-то стройка, а не комната. Причем здесь вот еще кровати есть. Стоят кровати, посмотрите, какая чудесная комната, в которой полностью проходная насквозь, в которой есть огроменное окно, и при этом в ней есть три кровати. Я уж не знаю, кто на них собирался спать или спал, но, наверное, этим людям не очень крепко спалось. Синий. Но здесь хотя бы видно, что синий, в отличие от того момента у Шедоумена. Или у Арчи. У Арчи, это был Арчи в уровне, в 6-м, где был красный рубильник, который требовал желтый ключ. Здесь хотя бы череп, свич вот этот подсвечен синим. Логика в этом есть. И по патронам снова все на тоненького. Несмотря на то, что у меня есть БФГ и пулемет, я бы не сказал, что здесь прям закармливают. Закармливают оружием, да, но не патронами. А вот где ты, барон? Барон, ты куда? Я только хотел с тобой поздороваться. Круто! А как он туда спрятался-то? Как? Вот такие моменты меня всегда удивляют неимоверно просто. Как он реально туда забился? Один хп еще мне осталось. Спасибо тебе большое, дружок. Ты умудрился и на скримак меня выбить. И убить, и один хп оставить. Все приятности доставил. Спасибо тебе, красный друг. Интересно, если я прыгну вот в этот ковшик, воздастся ли мне за это? А, на уровне всего один секрет. Я его уже открыл, но все равно.
Хоба, интересно поплавать в этом горшке, но, видимо, ничего. Верхний город, а? Я вернулся, теперь я могу пострелять по тем самым дотошным импам, которые мешали мне разглядывать ящики. Ух! Хедшот. А ведь я просто любил смотреть на ящики. На ящики, которые символизировали долгожданную коллаборацию. За что было по мне стрелять? Кто-то откуда-то еще пилит, или мне кажется, или это с таким звуком... Да, это... А, смотрите, там вон еще пинки бегают. Город действительно верхний, здесь есть где походить сверху. Опа. Прикольный вообще уровень, смотрите, даже унитаз есть. Привет, Rastaman Games. Всяких деталей здесь хватает. Какие-то валяются огромные... огромные вилки, огромные штепсели без проводов, впрочем, или что это вообще такое? Нет, в принципе, задумка... А, я не успел взять аптечку, да что же за издевательство это такое? Этот уровень реально издевается надо мной. Очень хорошо, очень добротно сделан уровень. Реально немало интересных вещей, и мне действительно жалко, что это спидмаппинг. Типа, вот... Тематику этого уровня бы хотелось растянуть на подольше, потому что очень неплохая работа в целом, симпатично сделанный город, прикольно выстроенные бои, дизайн тоже неплохой, вон даже штепсели валяются, какие-то фонари стоят. И вообще мне очень нравится сам подход. Вот всегда в таких уровнях, да и в жизни, наверное, чувствуешь себя маленьким, потому что вся вот эта вот громада давит на тебя, она прижимает тебя к земле. Ты ходишь и смотришь, насколько все здоровенное, да? И прикольно смотреть на все это снизу и при этом осознавать, что ты можешь там еще и ходить, ты можешь там еще и бегать, вон там, где бегали пинкари, вон там, где бегают пинкари, точнее, тоже бегали. То есть уровень автоматически получается многоуровневым таким, то есть ты не просто бегаешь там где-то по земле и в один-два дома заходишь, ты то снизу, то сверху. Вот еще площадка вертолетная почему-то в низине находится, никогда такого не видал. То есть очень прикольно получается здесь, хоть уровень сам по себе маленький, что здесь, всего ничего, из мест, где можно побегать, но, опять же, ты перемещаешься снизу вверх, вверх, вниз. Круто, кстати, все потемнело. И за счет этого сам уровень еще дополнительно увеличивается и расширяется, это классно, это реально классно. Здорово, я ускакал от Хеллнайтов. Трещина тоже, кстати, прикольная. Вообще хорошо, хорошо сделан уровень. Обидно только, что он маленький. И вот это возвращает нас к старту сегодняшнего выпуска, к тому, о чем я говорил в начале. Очень бы хотелось бы наконец-то посмотреть на большие уровни этого мегаватта, потому что реально очень крутые уровни. Местами попадаются, но пока что преимущественно. Это всего восьмой, но примерно половина, наверное, из того, что мы уже видели, уж точно очень хорошие, добротные уровни, очень клевые. И вот я хочу видеть такие же хорошие, добротные, клевые, крутые уровни, но только чтобы они были полноценными. Чтобы в них можно было 20-30 минут поиграть и так далее. Вот это было бы вообще роскошно. Странно, что текстуры не выровнены. А так в целом, да, в целом очень-очень здорово. Скайбокс, опять же, подобран очень хорошо. Вообще, работа классная была проведена. Учитывая то, что так мало времени им давалось на создание уровней. И они смогли набросать таких хороших малышей, маленьких, крутых, интересных, и в плане дизайна, и в плане геймплея уровней. За это прям большой респект, молодцы. Азамайл сделал этот аппертаун, никогда не слышал о таком аппере, никогда не играл в его уровне, но уровень мне понравился. Реально, аппертаун был очень хорош. Молодец, Азамайл дает понимание того, что Hero Stales по-прежнему держит марку, и... И действительно хорошие уровни здесь с самого старта прут, за редкими исключениями, так что молодец. Следующий уровень опять будет от Арчи. И снова будет небольшой, к сожалению. Но я точно знаю, я точно уверен, что будут в этом мегаватте большие уровни. Но когда они будут начинаться и сколько их здесь будет, я, к сожалению, не знаю. Ну, меня, в принципе, устраивает то, что такие вот коротенькие маленькие видосики тоже имеют место быть на канале, но... От такого хорошего мегаватта все-таки хочется побольше. Ссылка на плейлист Heroes Tales в описании под видео. Там же ссылки на Discord и Telegram-канал. Пожалуйста, оставляйте свое мнение в комментариях, как вам этот Аппертаун. И спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих видео. Пока.